Вот такой чистый снег. Сейчас мы тут сделаем дорогу. Для наших автомобилей. Вот, у нас будет перекресток. Вот такой перекресток получился. А тут горка, горка. А вот здесь мы будем делать лежачего полицейского. И дальше пойдет дорога. Здесь будет лежачий полицейский сделать. Вот, сейчас мы его... Вот. А как это бордюр? Какой бордюр? Машин есть бордюр. Ну, будет без бордюров. Вот тут у нас уже весна начинается. Вот такая дорога получилась с лежачим полицейским. О! А знаки как? Знаки? У нас будут вот знак, что тут лежачий полицейский. Это вот. Такие знаки будут? Да, это будут такие знаки. Какие знаки? Осторожно, неровность искусственная на дороге. Вот, мы сделали нашу трассу. Давай теперь поедет первая проверочная машинка. Ну какую мы возьмем? Давай, выбирай. Вот это. Ну-ка, давай ее проверим. Ух ты, как она едет. Поехала, поехала. Так, лежачий полицейский. Проехала. Уехала. Давай теперь другую машинку возьмем. Вот, монстр трак возьмем. Давай. Так, давай, как он поедет у нас? Ой, он прям закопался. Ну что ты его закопал, не видно ж его совсем. Да, как-то он плохо прошел трассу. Да, наш лежачий полицейский надо делать заново. Тогда на помощь идет снегоуборочная машина. Ну ты вставай, вставай, куда ты сел? Вставай. Вставай. Поднимайся. А то мы так ничего не сделаем. Да. Так, убирает машина снег. Вот тут она поедет, пожалуй, по дороге. Вот так вот. А, можно сюда снег складывать. Сложили снег. А здесь она таким ковшом едет и чистит, чистит снег. А здесь она его везет, да, снег-то? Снег.
И вот она поехала, поехала, чистит дорогу. Сейчас, чтобы другие машинки могли проехать, она будет чистить, чистить.